преданные родине и своему делу. Отдел специального назначения «Шквал» отмечает 30-летний юбилей. Напомним, это подразделение было создано в 1991 году на базе управления Федеральной службы исполнения наказаний. Когда разворачивались чеченские кампании, молодое подразделение не оставалось в стороне. В большинстве спецопераций на Северном Кавказе и в остальных регионах участвовали наши блестяще подготовленные офицеры. Полковник внутренней службы Алексей Жабоедов возглавляет отдел с 1997 года. Алексей Станиславович рассказал, чем отличаются парни из «Шквала» от остальных силовиков. Различные спецподразделения ведут практически одинаковую подготовку, и огневую, и тактическую, и специальную подготовку. Единственный нюанс, наверное, это все-таки уголовно-исполнительная система, это освобождение заложников в определенных ситуациях, в узком пространстве. Юбиляров поздравили первые лица города и области. За безупречную службу офицеров наградили почетными грамотами. Мне сегодня хочется сказать огромное-огромное спасибо сказать всем присутствующим в этом зале, а через вас передать всем сотрудникам УФСИН огромное-огромное спасибо. На протяжении ряда лет город Ульяновск развивается стабильно. Это, конечно, заслуга во многом ваша. После официальных речей и поздравлений пришло время музыки и танцев. На сцене Дворца культуры «Губернаторский» состоялся концерт с участием лучших коллективов Ульяновской области. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.